Минобороны Азербайджана опровергло информацию, распространенную армянской стороной. В заявлении Минобороны Азербайджана отмечается, что распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии позиции вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гюняшли является абсолютно ложной. «Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную Министерством обороны Армении», подчеркивает оборонное ведомство Азербайджана. Отметим, что подразделения вооруженных сил Армении, а также члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, постоянно подвергают обстрелу позиции азербайджанской армии.